Ну что ж, друзья, с вами Валерий и брутальный лысый дядька Василий, причем бородатый. Вот. Давайте продолжим пробираться через полчище мутантов, созданных корпорацией какой-то там, не помню, как ее называют. Вот. Я, блядь, без боя не сдамся. Да ладно. Будем называть корпорацию типа Umbrella. Так, пускай они там посражаются. Я подожду. Я никуда не спешу. Оп-оп-оп. Как он лапками-то наяривает. Так-так-так-так-так. Стопе-стопе-стопе. Мне тебя надо... Блин, я его не казнил. Окей. Так-так-так. Да, Вася, ну не... Не надо так-то. Надо вот так. Сейчас я в тебя все стулья. Да ладно. Замочили стулом. Так, ладно. Берем автомат. Будет поинтересней. Так, миссия называется «Обходной путь». Нам нужно пробиться через обходной путь, через полчища мутантов. Не забываем нажимать Q. Вот так. Бам. Просто бам. Отлично. Так, горилла, иди сюда. Сейчас мы тебе почищем твои нечищенные клыки. Окей. Куда? Сюда? О-о-о, ползут, ползут. Еще бегут, еще бегут. Бегут спасать своих собратьев. Вася, ну контратаку давай. Отлично. Стул-то тут при чем, Вася? Здорово так припечатал. Отлично. С нами, кстати, связался какой-то Захар. Дядька Захар. Но дед Василий ему не доверяет. Секция, в которой ты находишься, была заблокирована защитным протоколом. Ты не можешь их обойти? Нет, но там есть аварийный выход на поверхность. Судя по схемам, один из них расположен в инкубаторе на другой стороне лаборатории. Я не уйду отсюда без своих братьев. Это обходной путь. Снаружи ты проберешься в секцию Альфа через ее вентиляционную шахту. Хм. Просто чтоб ты знал, я тебе не доверяю. Ну, так я и говорил сейчас. Так, чуваки. Опять эти уродцы. О, да. Отлично. Так, и прибежали еще монстры. Давайте их как Гордон Фриман. Так, 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 мне надо бы хпшку подлатать. Блин, сколько их тут. Жесть. Да не туда, Вася. Так, отлично. Ну давайте, казнь-то. А то Васе совсем плохо. Просто куча мяса и кишков. Настругали тут. Так. Гаечный ключ или... Пускай будет электрическая палка. Гайки мы уже им понакручивали. Будем электрошоком воспитывать. Так, ну-ка. А, ну они сами справятся, да, наверное. Воу-воу-воу-воу. Вася, про контратаку не забывай. Воу, летают спецназовцы тут.
Летающие спецназовцы здесь даже есть. О-о-о! Нифига мне там нахлобучил. Во-во, Вася. Так. Восполним ХП. И все так, как умные Маши, ждут, пока я казню уродца. Просто. Отлично сработано, Вася. Отлично. Так. Ах ты. Гаденыш. Оп. Ай-яй, застрял. О, а это что за дрянь? Еще добил стулом. Отлично. Так. С автоматом нафиг. Эти уродцы, кстати, лезут откуда-то, не знаю, что там, реакторное или что там такое. Надо восполнять ХП, короче. Воу-воу-воу-воу! У вас тут поднакопилось, ублюдки. Так-так. Руки, руки не забываем отрывать. Бодай руку. Бодай руку, он говорит. Не хочу я бодать руки. Так. Еще. И тебе. Отлично. Ох ты, еще головой научился бить. Так. Я смотрю, дробаш здесь лежит. Ничего так. Что-то я не понял, какой-то новый автомат, что ли? Ладно. Пускай он лежит. С дробашом будет поинтереснее. Сколько же вас еще? Да много, много. Их тут в пробирках разводят. Воу-воу-воу. Давайся не в ту сторону. Окей. Пошли вон. Руки отрываем. Подай руку. Команда оторвать руку дана. Подай руку. Отлично, просто в холодос. Добивание. Еще раз холодос. Так, кому-то прилетело. Это какая-то кислота, что ли, или еще это? Отлично. Так. Добивули. Ништяк просто. Надеюсь, они закончились. Это что-то их тут. Да нафига мне рука? У меня своя есть. Так. Окей, давайте. Пускай нас сканирует. Захарка, открывай дверь. Так, кому-то прилетело. Воу-воу-воу-воу, чувак. Злой папа ищи чувак. Шел вон. Довольно так круто с ним расправились. Топорик. Ништяк. Ах, не долетело. Зато топор. Воу-воу-воу-воу, чувак. Так. Погоди, погоди, не психуй. Так. Воу-воу, отвали от меня. Неуравновешенная тварь. Да свалил. Просто он не ожидал такого удара. Я прыгал в одну сторону. А саданул топором его, короче. Он этого не ожидал. Вася непредсказуемый чувак.
Так, чем же запульнуть? Топориком. У нас еще есть... Еще есть лом. Да держи ты, что-то разорался там. Какой? Так, топор у нас еще нормальный. Можно с ним походить. Привет, ребят. Все, отлично. Эй, Вася, что застрял? Это больше похоже на какой-то лабиринт. О-о-о! Пошел вон! Ай! Не в ту сторону! Вася! Погоди, погоди! 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 Пошел вон, один минус. О-о-о! Сапанул все-таки. Да, Вася, ну давай ты вставай резче-то. Вот любитель на карачках поползать-то. Ох ты, нифига! Так. Есть. Расправились с этим дерьмецом. Идем дальше. Блин, сколько их тут? А этих, смотрите, бесшумно не убить. Будем шумно. Блин, спортзал, монстры качаются здесь. Ай, саданул. Найден свиток. Я думал, там будет шел. Ай-яй-яй, зажали в угол. Так. Еще патрон. На кого истратим? На него. Сейчас ты разозлишь Васю конкретно. Давайте испробуем автомат. Он какой-то зеленый, новый, что ли? Ну, автомат как автомат, в принципе. Палочку возьмем. Надо было штангой просто накрыть кого-нибудь. Привет, ребятюли. Я к вам в гости заглянул, чтоб рыльца, пух из рыльца вам выбить. Так, отлично. Здесь у нас ничего нет, да? Так, дверь закрыта. Идем сюда. Как этого смачно-то. Ну-ка. Отца-ца. Да ё-моё, ублюдок. Так. Нож не будем трогать. Так, вот этого тварь. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Воу-воу! Фу! Пронесло. Вовремя у него загорелась казнь, короче. Что-то я с ним затупил немного. О, ребят. Это было сейчас... Кровавая ванна называется так. По-шаулински. Кровавая... Шаулинская кровавая баня. Ладно, у нас еще есть ружье, патроны. Воу-воу-воу. А, не в ту сторону, ладно. Оп. Вася, не делай так больше. Оу, чувак здесь. Ну-ка, восполним хпшку об него. О, с ружьем. Окей. Пошел вон. Так, надо бы что-то
ключ возьмем. Разводной. Сейчас мы кого-нибудь разведем. На ХП. Ох ты. Тварь. Ну-ка. Какие-то неразводные монстры попались. Оп. С ноги. На тебе пяткой просто. Нюхай пол. Окей. Сколько же этих монстров в этой лаборатории? Просто, походу, бесконечное множество. Так. Мне бы вон того загасить. Вот этого. Ай-яй! Вася, не лезь на рожон. Воу-воу-воу-воу. ХПшка. Оп. Отлично. Отлично, улетел. А вам ключиком по зубам. Фу. Есть, открылись двери. Я удивлен, что ты не спрашиваешь, почему я помогаю тебе. Потому что ты знаешь, что поступаешь правильно. Вот именно, правильно. Алтатех обещает мне повышение, вот уже 5-й год. То есть, это только из-за денег? Что, прости? Только из-за денег? Да они загребают миллионы благодаря моим идеям, а мне даже премию не дали ни разу. Я бы давно уже ушел, но у них свои методы убеждения. Я не из тех, кто врывается в офис с ружьем, но ты – другое дело. Значит, тебя не заботит то, что вытворяет Алтатех? Уже нет. Как Вася может драться и разговаривать спокойно? Даже без одышки. Он не перестает меня удивлять. А было бы прикольно казнь, смотрите, вот в эту штуку, которая крутится, типа вентиляция, туда скинуть просто, как в измельчителе. Да. Ничего, что у меня фантазии, короче. Так, куда идти? У нас, в принципе, проход всего один. Так, здесь ни черта нет, да? Проход всего один. Идем сюда. Ну что? Дед Вася разогрелся. Пора вам отхватить шаолиньских люлей. Идем дальше. Суды. Камон, ребята. А ты даже не слышал, да? И отлично. О, прикол вообще. Вот это мне нравится, это мне нравится. Больше крови, больше мяса. О, привет. Оп. С этими расправляться нужно так. Не давать им спуску. Так, немножко ХПшки. Пошел. Труп? Походу труп. Так. Ай! Ну ладно, ладно, все равно. Одного пришиб. Так. В какой комнате мы еще не были? Вот здесь мы не были. Так, там большая тварь сидит. А, здесь двери нету все равно. Значит, идем сюда. Привет. Ах ты засранец. Отлично. Так, здесь ни черта нет. А, кстати, смотрите, можно было это здоровяка казнить. Об пилу. Лежать. Всем лежать мордой в пол.
И не... Ах ты засранец! Такой. Окей. Так, можно там пройти в дверь, можно здесь пройти в дверь. Ну-ка. Ребятки. Оп. Отлично. Я так, кстати, и задумал. Окей. А, это просто... Просто дверь с монстрами. Окей, движемся дальше. Что это? Топор. Отлично. Идем рвать и метать. Докричался ублюдок. Во-во-во, подмога пришла. Так, одного цепанул просто. Махаясь топором. Воу-воу! Интересно, на ту штуку можно закинуть было? Было прикольно, наверное. Ну-ка. Молодца. Пошли вон. С Васей шутки плохи. Он очистит заразу. Лабораторию от заразы. О-о-о, пошли кулаки в ход. Отлично, можно восполнить хпшку. Шел. Газовый баллон. Так. Оп. Отлично, давайте. Да блин, я восполняю хп. А этот ублюдок сзади потихонечку кромсает меня. И сюда. А, просто шею свернул. Лайтово как-то казнил. Так, да, отличненько. Так, ну что? Двигаемся дальше, здесь, по-моему, все очищено. А еще более мерзкие. Они их сделать не могли. Воу-воу-воу-воу, это что? Что за херня, кидающая слизями? Соплями своими тут. Так. Воу-воу-воу, нифига, кислота что ли, или что это? Да, Вася. Тварь, а? Окей, пошел вон. О, он еще и взрывается. Ненавижу таких штук. Я помню, самые злостные такие штуки были в этом. Заявил Визин во второй части. В этих зловещих каплях, короче. Вот там воняющие твари газовые. Вот эти пуканы ходили. От них задницу оторвало просто. Так, надо восполнить хп. Отлично. О-о-о! А, там стекло, я-то думал. Он сейчас упадет вниз. Его там... раскромсает. Ох ты, ничего себе. Так, отлично, чувачелы. Сейчас я вас накажу. Буду наказывать. Вы меня убили, ублюдки. Нельзя Васю убивать. Он становится еще злее. Еще свирепей. О, лезут. Так. Вася, контратаку давай, ну. Да что ты будешь делать-то, Василий?
ты не в форме. Так, отлично. Блин, надо было казнить. Надо было казнить, ублюдка. Так, немножко восполнили здоровье. Все, больше не повылазит, я надеюсь. Так. Что здесь у нас интересного? По всяким сторонам я вижу монстров. Так, там целых два огромных чувачелы. Ну, блин, у меня всего один патрон с ружья. Пошел. Воу-воу-воу. Да не туда, Вася. Вася, ну что ты? Так, 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 так. О, отлично. Что здесь? Интересного. О, газовый пукан. Окей. Отвали. Так. Так, не докинул. Отлично. А, Вася попал все-таки этот своими соплями. Давай, пуканчик, взрывайся. Ну-ка. Отлично. Есть. Разорвало. Так, эти двери мы открываем, да. А что здесь-то у нас? О! Еще и повылазили тут. Окей. Казнил? Так и непонятно, что это был за прием, короче. Есть. Ружишка, отлично. Вот этого мне не хватало. Туда не пойдем, в ту сторону разбираться, короче. Там слишком много огромных тварей. Нам и так газового пукана хватило для полного счастья. А здесь у нас типа они как называют, кислород, что ли, да там, да, наверное, добывают, или фиг знает, что они там. Типа лаборатория флоры и фауны. Так. Ух ты! Засранец. Воу-воу-воу-воу-воу. А, я себя в угол загнал. Так. Да пошли вон! Отлично. Того можно казнить, наверное. Да я тебя нажал казнить, ты ублюдок. Что ж ты не казнишься-то? Ё-моё. Давай. Держи. Оплевуху. Еще один. Шел вон. Есть, сложился. Отлично. Как раз еще три патрона осталось. Можно еще на одного чувака истратить. Ну-ка. Есть. Да, Вася. Вася, что ты же делаешь? Как ты вообще? Бесконтактный бой какой-то. Оп. А, газовый пукан. Да твою ж мать, а. Сколько можно? Здесь тупик вообще.
Так, где этот плевун? Пошел. Ну-ка, пошли вон, а. Всех раскидать. Да, какой-то трэш начался. Отлично, справились. С ними не забалуешь тут. Просто так не пройдешься. Воздухом не подышишь. Цветочки не понюхаешь. Так. Спецназовцы. Что они тут ждут? Ах ты, вон того чувака надо с ружьем. Отлично. А тот сдох сам, да? От испуга. Получается. Смотрите, прям тут джунгли такие. Чем-то Far Cry теперь на Far Cry напоминает. Первую часть, помните, да, такую? Там тоже были джунгли. Монстры, лаборатория. Воу-воу-воу. Пошел вон. Так, ребята. Не-не-не-не-не. Вот так, отлично. Просто. Мне это нравится. Как Ваське-то это нравится? Просто без ума. Он даже дар речи потерял. Блин, сколько их тут? Ай-яй-яй, свалил от меня. Ну что, чуваки, давайте. Нападайте. Воу-воу-воу-воу. Пошел. Блин, я не попал? О, черт, там... Там больной, здоровый больной ублюдок. Окей. Так, я его вынес с первого удара? А, нет, живой. Так. Они засранцы могут... Ах ты засранец. Сложись. Отлично. Давайте автоматик возьмем. На всякий случай. Ружья раз нету. Круто был. Так. О, лезут, лезут. О. Да, Вася, хватит застревать в текстурах. Валим просто, валим всех. Пока они там застряли. Так, ну-ка, давно мы руки не отрывали. Подай руку. Подай мне руку через забор свою. Так, возьмем автоматик. О, поджидает. Дождался, называется. Да сколько можно? О, щит. О-о-о! Не, вынес, да, этого здоровяка? Отлично. Ну давай, иди сюда, я тебя казню. Есть. Такие штуки мне нравятся. Так, ружьишко. Это здорово. Куда идти? Оу, повыскакивали, чуваки. Ну давайте. По одному. Вася, контратаку. Так, отлично. Ах ты! Промазал.
Вася мечется через забор. О! Шел вон. Не собираюсь с тобой возиться. Тут автомат. Тут топор. О, пукан. Казнить. Пукан. А, я промазал. Нет. Пукан взорвался, что ли, или что? Или куда? А, вон он стоит. Я думал, он рванул уже. Нифига какой живучий-то. Так. Пошли вон. Да сколько вас? А, нет. Нет. Ну-ка, пуканище. Пошел. Пока. Пока. Отлично. Во всем он был виноват. То, что Васю убили. Да пошел ты в сраку. Так, есть. Припечатали. Отлично. Что-то в прошлый раз их было здесь намного больше. Зря я это сказал. Так. Есть. Так, автомат не будем брать. Да сколько? Когда уже кончатся эти джунгли? Отвалите от меня уже. Вот ублюдок, а. Любитель покататься на спинке. Так. Мочим всех. Ползи сюда, я тебя добью сейчас топором. Так. А, все равно. Да хватит уже на мне сидеть. Надеюсь, это конец. Нет, они все лезут и лезут. О-о-о! Так. Ё-моё! Все просрал, все патроны. Последний патрон остался. Блин, я так и знал. Я так и знал, что не хватит. Есть. Отлично. Избавились от самого ужасного. Но эти козлы тоже, они... Количеством-то... Да заманал. Количеством-то они... Очень прилично берут. Лети давай отсюда. Так, топорик. О, нет, пукан. Так. Заблевал мне весь рот. Блин, как же тебя... Чем же тебя... А, там пистолет, по-моему, да? А, или я истратил пистолет. Я истратил пистолет. О, там что-то лежит. Отлично. Пуканище. Ай! О, не доплюнул. Есть. Повезло, что пистолет был. Отлично. Через джунгли прошли. Манал я эту флору и фауну. Так, ребят. Отлично. Давайте, подходите по одному. Ах ты, ублюдок, увернулся.
О, нет, опять пукан. Ну окей. Есть. Надеюсь, больше не будет. Там ружье. Ружье мне сгодится. Ух ты, нифига там сколько пуканов. Так, ребят, шли вон. Есть один. Так, второй есть. Ух ты, живучий. Как раз ружьишка на пуканов истратили. Так, не туда, да, значит? Надеюсь, больше никого не будет. Ну, я имею в виду. О, музон заиграл. Жесткий. Сейчас будет жесть, походу. О, чёрт. Шёл вон. Так, так, так. О, нет! Загнал в угол меня. Шли вон. Воу-воу. Так. Одного вынесли. О, нет, нет. Пукан. Ружье. Блин, не в ту сторону. Короче, вообще тут трешак такой начался. Ну-ка. Вообще. Не отстают от меня ни на шаг. Не стоило тебе сбегать. О, жесть, там какая-то хрень выскочила еще. Ну что, пуканище, давай, иди сюда. Оп. Отлично, один готов. Пукан, там еще один. Ставим на него ружье. Ах ты, засранец. Да получи ты стулом, распрыгался тут. Воу-воу-воу. Окей. Стратил. Так, два патрона, я думаю, хватит на тебя, да? Есть, отлично. Фу. Жесть какая-то, жесть. Там еще сейчас какой-то толстопуз вылезет. Так. Ну, отлично. К этому подкрались. Не о! Стоило тебе сбегать из клетки. Короче, сейчас будет жесть. Пошел вон. Так, я надеюсь, патронов у меня на тебя хватит. Оп. О! Нифига он. Дядя. Дядя без компромиссов. Так, последний патрон. Живой, живой. Ай-яй, Вася, беги. Вася, беги. Так, чем бы тебя еще-то запульнуть? Больше ни черта нет. Опа! Отлично. Давай, Вася, режь его, режь. Насрать вообще ему. Так. Ну давай. Разбегайся куда-нибудь в столб. Ну. Есть. Отлично. Отлично. Все четко продумали. Так, а это что? О, новое оружие. Возьмем. Ну что ж, друзья,
Серия была вообще трешовая, много новых врагов появилось, пуканы задолбали, вот. Да и дядька вот этот огроменный вылез под конец, вот. Я думаю, дальше будет еще хлеще. Ну а чтобы не пропустить следующее видео, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Также ставим лайки, если вам понравилось, и комментируем. А я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.